PCP винтовка Дубрава Лесник в калибре 7,62. В комплекте с сертификатом и правильной пружиной. Интернет-магазин «Попади в десятку». Эта модель четвертой версии, выполнена в компоновке Bullpup и имеет деревянную ложу. Также из дерева у нее тыльник приклада и подсвечник. Рукоять затвора находится с правой стороны. На рукояти есть подпальцевые выемки, а пользоваться винтовкой могут как левши, так и правши. На стволе установлен работающий саунд-модератор. Под ним находится ресивер с манометром и гнездом для заправочного штуцера, идущего в комплекте. Объем у ресивера здесь 280 кубических сантиметров. В длину эта винтовка 745 мм. Весит она 3,5 кг, а длина ее нарезного ствола 500 мм. Предохранитель установлен в спусковом крючке, выполнен в виде кнопки и физически не дает на него нажать. Производятся эти винтовки в России и отличаются хорошим соотношением цены и качества. Оптику можно устанавливать на планку вивера. Она здесь полностью металлическая и достаточно длинная. При создании этих винтовок используются хорошие сертифицированные материалы. За это винтовки Дубрава заслужили свой почет у пользователей. Наша модель имеет калибр 7,62. Свинцовые пули заряжаются сюда по одной, с помощью лотка одиночного заряжания. Эта винтовка оснащена редуктором. Он позволяет удерживать равную скорость пули и стабильность при стрельбе по мере того, как давление в баллоне расходуется. А пули эта винтовка разгоняет до 280 метров в секунду. Чтобы купить как ее, так и другие винтовки в нашем магазине, вам не нужны никакие лицензии или разрешения. Нужно быть просто совершеннолетним гражданином. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.